Ежегодно 26 апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности. Именно в этот день была основана ВАИС – организация, призванная содействовать охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире. Первый в мире патент был выдан в 1421 году во Флоренции знаменитому архитектору, скульптору и ученому Филиппо Брунеллески за изобретение корабельного поворотного крана. Озадаченный медлительностью погрузок мраморных плит для своей мастерской, Филиппо придумал и установил на барже деревянную конструкцию, которая существенно ускорила процесс такелажных работ. Изобретение оказалось настолько удачным, что Брунеллески решил защитить свое авторство официально с помощью управы города. Решение было весьма разумным. Патент давал право владельцу не допускать движения по реке Арно новых средств транспорта на протяжении нескольких лет. В итоге германский торговый союз «Ганза» купил у него лицензию на использование изобретения. Самый первый официально оформленный патент на интеллектуальную собственность в России получил инженер-механик Пуа де Барт 29 мая 1814 года. Документ этот назывался так – «Привилегия на машину для удобнейшего взвода судов с большим грузом против течения реки». Это был прообраз баржи. Кстати, на почетное звание быть владельцем первого патента вполне мог претендовать русский купец Яков Белугин. И только по нерасторопности чиновников он получил привилегию номер 2 на машины для выволочки соли из озер и для ломки оной в озерах. Третьим был купец Тимофей Бухтеев. Он изобрел походную пищеварительную печь. Поздравляем всех, кто посвятил себя работе в сфере интеллектуальной собственности. Желаем тем, кто создает и использует интеллектуальную собственность, вдохновения, благополучия, новых замыслов и решений. И надеемся на дальнейшее творческое сотрудничество.